когда проснется наша крошка Элеона. Будем ее поздравлять. Да? Раньше так всегда Амальку поздравляли на ее день рождения. А теперь ждем. Ой, скоро проснется. Подарки уже готовы. Одежда уже готова. Крошка еще спит. Вот такое платье. Цифра 2. Шарики. И подарочки. А вот юбочка, которую мы делали с Амалькой вместе. Крошки, сегодня 2 годика. Как же быстро прошло 2 годика. Солнышко так ярко светит уже. Будет наша красавица. Все, будем красотка. Зайка, просыпайся. Просыпайся, тебе сегодня 2 годика. Просыпайся, смотри, что есть. Чай. Смотри, зайка. Или не собирается смотри, просыпаться. С днем рождения, зайка. Эли, смотри, подарок. Подарочек. Вау. А это мне. А это мне подарочек. Это там подарочек. Эли, какой ты хочешь? Это или это? Без ленточки хочешь? Давайте откроем. Это ее, это мне. Папа, а мне откроем. Что с вами? Бака, помогите! Лёлика! Что это, зайка? У Амальки тоже, просто у вас разные цвета, да? Вау! Эли, смотри сюда. У меня волосики разноцветные. Видишь, как красиво? Надо, чтобы папа вам помог открыть. Нет, Филиппович, помоги мне. Класс! Класс! Эта игрушка меняет цвета. Ух ты, тут инструкция. Класс! Она уже делает 2 зеленых. Желтый, оранжевый, темно-зеленый, оранжевый, красный. Оранжевый, желтый и темно-зеленый. Классик. Ух ты! Вау. Ого. Смотрите, вот если ее поставить на этот цвет, а ну давай попробуем. Ну давай. Поставить и нажать. Надо именинницу привести в порядок, чтобы была красивая. Причесочка, чтобы была. Да, Эли? Тебе понравился подарок? Мне понравился, да. Начинается сейчас делить. Да. И игрушечку тоже надо расчесать, да? Да. Все хорошо. Бабушка поздравляет крошку. Ой, что там? Эли, а ну покажи, что это за подарочек. Я Амальке подарочек. Вау! Ух ты, какие кофточки. Да, одинаковые. Круто! Какая красивая подвесочка с буквой первой от имени. У Амальки тоже есть буква А. Круто, Зай, смотри, какая красивая. Элиана. Какое платье красивое. Класс! Вау, Зая! Какая красивая! Класс, музыка играет. У Эли сейчас тоже будет музыка играть. Класс.
Ну, прям настоящая дискотека у крошек. Вау, шарики падают. Или сама их убирает. Вот это танцы, да? Что получается? Аккуратно. Почему-то у Элли получается без звука, да? Я такое делаю. Не получается, да? Мы лежим с Лианой возле бассейна. Я ей рассказываю, как сильно я ее люблю. Да, крошка? Мы уже идем в ресторанчик. Сейчас там Элли будет задувать свечку. А мы будем за нее загадывать желание. Лиане дарят подарки на каждом шагу. Класс, магнитик. Черепаха. Да, это есть черепаха. Элли сразу начала хорошо кушать. Да? Вкусно? Тебе нравится? Вкусно, да? Сразу сама начала кушать все. Ой-ой-ой, так лучше, да, так лучше, лапуля. Салфеточкой. Кушай, покажи, как надо кушать. Держи вилочку. Угу. Именинница? Серьезно? Кушает картошечку? Угу. А Малька? Угу. Брокколи больше нравится, да, зайка? Молодец. Вкусно. Ку-ку, кто-то идет на пляж. Море такое красивое. Цветочки. Амалька, ты рада, что у сестрички день рождения? Да. Но зато уже ждет свое. Вау! У Элли сегодня день рождения!
Элиана балеринка. Понтон весь шевелится, папа с Элианой бежит. Или она решила потанцевать. У нее же сегодня день рождения, пати. Давай, покажи, как ты танцуешь, крошка. Танцуй! Батл. Бабушка и внучка. Готовы? Класс.